is Jan Frodeno of Germany, and along the way he has taken the world championship record. Легенда триатлона, олимпийский чемпион, трижды чемпион мира на полной дистанции Ironman, трижды чемпион мира на половинке железной дистанции. Дамы и господа, встречайте, Ян Фродено! Фродено стал первым триатлетом, выигравшим в один год чемпионат мира, чемпионат Европы и чемпионат мира на дистанции 70.3. Он признан лучшим спортсменом Германии 2015 года, став первым триатлетом с этим званием. В 2023 году он закончил профессиональную карьеру в триатлоне, имея звание самого сильного триатлета в истории. Самое время вспомнить весь его путь и разобраться, как он смог всего этого достичь. Алоха, друзья! Начнем с самого начала. Ян Фродено родился в 1981 году в Германии. Спортивная карьера Яна началась с плавания. С 1992 года по 2004 год он жил в Кейптауне, в ЮАР. В 15 лет он научился плавать, а его любимым видом спорта стал серфинг. Он участвовал в соревнованиях по серфингу в составе команды в Южной Африке. Но в 2000 году, смотря трансляцию Олимпиады в Сиднее, он нашел для себя новую страсть – триатлон. В 2002 году Ян Фродено вернулся в Германию и смог получить место в молодежной национальной сборной. В 2004 году он занял второе место на чемпионате мира в категории U23. И тогда целью Яна была стать профессиональным триатлетом. В 2007 году Ян пришел шестым на олимпийской дистанции в чемпионате мира ITU, а также выиграл на этой дистанции в чемпионате Германии. На Олимпиаде в 2008 году в Пекине Ян Фродено не был фаворитом. Лидерами гонки считались испанец Хавьер Гомес и олимпийский чемпион 2000 года канадец Саймон Уитфилд. Ян с Саймоном сражались до последнего на финише дистанции. В итоге он стал олимпийским чемпионом. В 2012 году Ян принял решение переходить с коротких дистанций на более длинные. Первыми успехами было второе место на чемпионате Европы в Висбадене и победа в Новой Зеландии. И то, и другое на дистанции 70.3. Свой дебют на полной дистанции Фродено закончил на третьем месте. Это было на чемпионате Европы в 2014 году. И в этом же году первое выступление на чемпионате мира Ironman также принесло ему бронзу. В следующем году Ян получил травму и пропустил челлендж Дубай, после чего победил на двух гонках Ironman 70.3, обогнав в одной из них Лайнела Сандерса, а затем пришел первым на чемпионате мира 73, обойдя Себастьяна Кинли. В этом же году на коне он завоевал титул чемпиона мира на полной дистанции Ironman. Ян Фродено стал первым в истории триатлетом, победившим в Олимпийских играх и в чемпионатах мира на среднюю и полную дистанцию. А в следующем году он улучшил мировой рекорд на полной дистанции триатлона на челлендже Рот. Он проплыл за 45 минут 22 секунды, проехал на велосипеде за 4 часа 9 минут и пробежал марафон за 2 часа 40 минут. Общее время 7 часов 35 минут. Занявший второе место Джош Кипер финишировал на 20 минут позже. Затем он также победил на коне в 2016 году и второй раз победил на чемпионате мира 70.3, но вскоре после этого он получил перелом крестца и выбыл из соревнования на год. Вернулся Фродено триумфально, победив в чемпионате мира в 2019 году, поставив рекорд трассы и став третьим человеком в истории, который финишировал на коне быстрее 8 часов. Его результат – 7 часов 51 минута. Настал 2021 год. Когда массовые гонки были невозможны из-за пандемии, была устроена так называемая «королевская битва» между Яном Фродено и Лайнелом Сандерсом. Эта гонка была на полную дистанцию, в которой участвовали только два человека. Сильнейшие триатлеты мира. Несмотря на погодные условия и слой воды, на котором Фродено упал во время бегового этапа, Ян победил со временем 7 часов 27 минут и отрывом более 15 минут от Лайнела. Чемпионат мира, перенесенный с 2021 года на 2022, проведенный в Юте, Ян Фродено пропустил из-за травмы ахилла. А затем он заявил, что пропустит икону 2022 года, а чемпионат мира 2023 года станет для него последним в профессиональной карьере. Кроме этого, интересно, в августе 2023 года он победил в гонке PTO US Open на необычной дистанции, общей протяженностью 100 км. В ней нужно 2 км плыть, 80 км ехать на велосипеде и
17 километров бежать. Такая укороченная дистанция сделала победу Яна в его возрасте невероятной. Ведь на этой гонке также участвовали нынешний чемпион мира Магнус Дитлев и олимпийский чемпион и чемпион мира Ironman на половинке и полной дистанции Кристиан Блуменфельд. Эпоха Фродена в профессиональном длинном триатлоне началась в 2014 году и закончилась последним его выступлением на чемпионате мира в Ницце в этом 2023. В этот период Ян Фродена стал лицом триатлона и, несомненно, повлиял на то, что этот спорт стал наиболее популярным за всю его историю. Он несколько лет подряд был для триатлона тем, кем был Шумахер для Формулы-1, Бекхэм для футбола или Майкл Джордан для баскетбола. Не триатлон прославлял его, а он прославлял триатлон. Для десятков тысяч триатлетов он был кумиром, тем, на кого хотели равняться, и в какой-то степени символом длинного триатлона. Когда я пришел в этот спорт, Ян как раз только стал новой звездой Ironman, и весь мой путь в этом спорте я смотрел на него, как на образец идеального триатлета. На его завершающем карьеру выступлении в Ницце я был лично и встречался с ним на трассе. Несмотря на то, что финишировал он только на 24-м месте, на финише его встречали как героя, в благодарность за то, что он сделал для триатлона. Напомню, что сейчас ему уже 42 года. Знаете, я очень жду того, чтобы исследовать другие аспекты нашего спорта. Добавить больше духа приключений. Например, какие-нибудь безумные заезды на велосипеде на очень длинные дистанции. Просто пробовать разное. Я очень люблю свой спорт. Знаете, так во всем. Например, лучшие блюда – это те, которых немного не хватает. Вы вряд ли съедите самое вкусное блюдо в вашей жизни, например, на шведском столе. Это то, что сейчас я делаю. Я иду в то место, где я счастлив. Что на самом деле достаточно опасное место, если ты хочешь стать чемпионом мира. Потому что в этом всегда участвует эго и какая-то злость. Я со временем научился как-то изолировать это. Но внутри я от этого уже, конечно, немного устал. Я очень люблю кататься на горном велосипеде. Я хочу вместе со своими детьми заняться серфингом. Я хочу заняться кайтом и другими вещами, которые ты пропускаешь. Я уже немного устал говорить своему сыну «нет», когда он зовет меня покататься на лыжах или поиграть в футбол. Но это было здорово, и я очень люблю наш спорт. Я никуда не денусь, буду всегда где-то рядом. Ян Фродена выделяется на трассе. Его хорошо видно среди других спортсменов. Все потому, что его рост 1 метр 93 сантиметра. В плавании высокий рост является преимуществом. На велосипеде может быть как плюсом, так и минусом. А вот в беге однозначно считается недостатком. Просто посмотрите на лучших марафонцев. Их рост часто ниже 170 сантиметров. Но считается, что высокие люди более выносливы. И если посмотреть на соревновательный вес Фродена, 76 килограммов, и его физическую форму, то можно понять, насколько эффективно использует он свое тело. Кроме физиологических параметров, в триатлоне важна и экипировка. Пока атлеты соревнуются на трассе, спортивные бренды соревнуются в создании самых быстрых велосипедов и кроссовок, лучшего питания и оборудования. Фродена использует гидрокостюмы линейки Fjord бренда De Boer. Много лет он сотрудничает с компанией Canyon и побеждал в чемпионатах мира именно на их велосипедах. С 2003 по 2020 год Фродена бегал в кроссовках Asics, а в 2020 году он стал партнером компании Hoka и с тех пор бегает в кроссовках этого бренда. Reason – компания из родного города Фродена – Кёльна. Фродена участвовал в создании бренда, и неудивительно, что соревнуется и тренируется он в одежде Reason. Если честно, я не знаю, откуда это, но я всегда очень любил побеждать и ненавидел проигрывать. Это что-то подсознательное на уровне инстинктов. У меня над этим нет никакого контроля. Но нужно находить правильный подход. И дальше это, как говорит Саймон Вудфилд, ты делаешь это на 98% по правильным причинам и на 2% из-за тех козлов, которые говорят, что ты не можешь этого сделать. Такое есть, и оно немножко всегда смещает меня не в том направлении. Но, к счастью, я все-таки смог преобразовать этот свой гнев в позитив. Я верю в то, что мотивация со временем меняется, потому что вы лично меняетесь. То, кто вы и откуда вы, останется с вами навсегда. Но все остальное сильно может поменяться. И я думаю, что самый большой вызов – это как раз найти свое призвание, чтобы в своей карьере продолжать двигаться. Потому что, когда я начинал,
Я был совсем из небогатой семьи. Моему отцу пришлось продать свой байк, чтобы я мог поехать в Европу, чтобы соревноваться там. И с этим билетом на самолет я только думал, где мне одолжить велосипед, чтобы участвовать в гонке. И знаете, первой моей мотивацией тогда было купить себе когда-нибудь Мерседес. И это все, чего я хотел тогда. Но, конечно, материальная мотивация, она не может длиться долго. Как только вы достигнете этой цели, которая вас мотивировала, мотивация исчезает. Вам нужно искать другие причины. Для меня долго мотивацией было найти свое место, понять, кто я такой. Потому что, знаете, спорт — это не просто работа, это часть того, кто вы есть. И затем моей финальной мотивацией стало развитие, прогресс. Я хотел найти свой личный предел. И это продолжается по сей день. И это любопытство, оно все еще горит во мне. Мне интересно, как далеко я могу зайти. Ян Фродена вряд ли сможет и будет жить без триатлона. Так что можно сказать, что скоро у нас появится на гонках очень сильный любитель. И это еще мягко говоря. Но триатлоном не заканчиваются интересы Фродена. Во-первых, Фродена уже медийная персона. У него более 500 000 подписчиков в соцсетях. В 2018 году он выпустил книгу «Вопрос страсти» о своем отношении к триатлону и страсти к спорту. Во-вторых, он является официальным партнером более десятка топовых брендов, среди которых Mercedes, Reason, Hoka, Wahoo. В-третьих, у Фродена есть капитал, который был заработан за годы карьеры в спорте. Сейчас его состояние оценивается в районе 5-7 миллионов долларов. И в-четвертых, Фродена бизнесмен. В 2021 году он открыл бутик-отель и ресторан в Жироне, Испания. Кроме того, у него есть своя марка кофе – Фродиссимо, которую можно купить в магазине Reason или попробовать в его собственном ресторане. Кроме этого, он инвестирует в компании, связанные со спортом, и не только. Например, в этом году он инвестировал в компанию Magic 5, специализирующуюся на очках для плавания, сделанных на заказ. Какой бы путь Яна Фродена не выбрал дальше – или даже все сразу, он в любом случае уже останется одним из самых значимых имен в триатлоне за всю его историю. Именно благодаря ему многие узнали о триатлоне и стали триатлетами. Он помог сделать триатлон престижным, высокооплачиваемым спортом, а также раздвинул возрастные границы, побеждая на разных дистанциях до 42 лет в качестве профессионального триатлета. Если честно, для меня, как для поклонника, смотреть на наш спорт просто невероятно. Давайте тут будем откровенными. В 22 ты восстанавливаешься лучше, чем в 42. В этом нет никакого сомнения. У меня сейчас было пару тяжелых дней. Мне всегда тяжело давалось в высокогорье. Это уже стало нормальным, что два тяжелых дня подряд — это настоящее испытание. Это действительно настоящая борьба. И знаете, последние пару недель я тратил по 2-3 часа, просто чтобы привести свое тело в форму, чтобы поплавать, проехать на велосипеде или бегать. Это время молодые ребята тратят на восстановление. Или на тренировки по плаванию, велосипеду или бегу. Еще добавлю, что Ян очень открыт. И позитивный человек. Я убеждался в этом несколько раз, в том числе, когда лично встречал его на чемпионатах мира. Думаю, что это сыграло немалую роль в его популярности и придает ему ту самую, мотивирующую многих энергетику. Хочу сказать Фродена огромное спасибо лично от себя и всего сообщества триатлона за незабываемые 10 лет его карьеры. И, конечно, желаю дальше преуспевать в том, что ему будет приносить удовольствие. До скорых встреч, друзья!